Целлюлоидный олимпийский мишка – самая желанная детская игрушка в 1980 году. Тот самый медведь в бронзе и на нескольких десятках значков. У миллионов жителей России при взгляде на эти предметы замирает сердце. Московская Олимпиада и через 34 года для многих одно из самых ярких событий в жизни. Большинство экспонатов предоставили болельщики и спортсмены. Очень дороги все эти вещи, даже какие-то маленькие, там какие-то значки, что-то, вот, брелочки. Воспоминания о том, где я была, в каких странах, в каких городах, какие у меня были эмоции, какие я там получила, как я там выступила. Предметы с Лондонской Олимпиады нам подарили в прошлом году. Они были просто переданы в дар, в родной город. Передала их ныне жительница и гражданка Великобритании. И она родом из Самары и сказала, что хочет, чтобы в родном музее, соответственно, эти вещи хранились. В этом красном костюме олимпийская чемпионка Ольга Кузнецова шагала по стадиону Сиднея на открытии игр в 2000 году. Именитая спортсменка считает Сочинская Олимпиада не только спортивный праздник, но и социальное явление, необходимое современной России, как глоток свежего воздуха. Если бы дети стремились заниматься, если бы люди понимали, что это нужно для нации, для просто для здорового образа жизни, они бы понимали, что это, да, это великое событие, и стране обязательно нужно такие, как можно больше таких соревнований, такого уровня. Для Сочи 2014 на выставке приготовили отдельный стенд. Здесь уже есть факел, костюм факелоносца и уникальный почтовый блок. Экспозиция продлится до конца марта, чтобы эта витрина могла пополниться новыми сочинскими трофеями. Марина Красова, Артем Сулейманов. События.